Visiem sveiki! Šodien atkal esam ēterā un gribu jums pastāstīt par biomehānikas jauno kolekciju. Mēs arī kādu laiku atpakaļ jau esam saņēmuši jaunumus, bet neesam vēl neko pastāstījuši, parādījuši. Всем добрый день! И в эфире снова Либерии. Сегодня я хочу вам рассказать... Nu, tad lūks, jā, sāksim ar pašiem jaunumiem no biomehānikas, kas ir pirmo sezonu šogad, jā. Un tās ir tādas superīgas vilnas čībiņas. И начнём с биомеханик самой новинки. Это то, что в этом сезоне самое первое. И это такие классненькие шерстяные ботиночки от биомеханикс. Кашет ir forši. Ja? Šādas kurpītes var droši ņemt uz dārziņu, jo tur nesvīdīs kājiņa. Šeit ir naturāla vilniņa. Iekšpusē ir tekstils. Speciāli strādāts. Ļoti, ļoti paši pa sevi mīksti. Divās krāsiņās puisītim un meitenītei. Что здесь такого особенно? С натуральной, они выполнены с натуральной шерсти, сверху натуральная шерсть, войлок. Внутри текстиль, да, то есть будет мягенько, удобно и не будут ножки потеть. Поэтому можно смело брать такие ботиночки в садик или если дома попрохладнее. В принципе, как домашние тапочки они считаются, можно смело носить. Un, protams, biomehānikas kā vienmēr šīs šķībiņas ir mazuļie, izstrādā viņas ar pastiprināto pēdiņu, lai nekustās bērnam, lai ir nofiksēta. Šeit speciāli ir tāds tā kā caurumiņš, kad mazulis rāpo, lai viņam nespiež aizmugurējā daļa. Un, protams, arī pastiprināts purniņš, lai ir ciet arī, ja mazulis vēl rāpo, lai tie apaviņi paliek ilgāk un kalpojums. Ну и как все, в принципе, от Biomechanics, да, здесь уплотнены по бокам, вот идет пяточка, чтобы ножка малыша как бы держалась, фиксировалась крепко, она у него не гуляла налево-направо. Сзади здесь специальная выемка, если малыш еще ползает, то чтобы у него сзади обувь не давила на ножку. И также прорезиненный носик, что позволяет обуви сохранять дольше вид. Протамсер лёты-лёты микстес, форшес он веглый штяповень. Конечно же, очень-очень мягкие, легкие и удобные. Ну, лук. Тачи сыр тас яунумич, кас вэл яунс. Вот этот новинка. Что еще совсем-совсем такое новенькое, чего у нас не было раньше? Кас вэл мумс ари не бе епрекш. Ши забацини ир зиемас. Я тац, виспар никад вэл... Не патеш лекам биомеханикс бе, бет мэс аграк не ньемам вейкалā šogad. Мэс паньемам зиемас таду забациньюс, kur ir naturālā vilniņa iekšā. Tiem, kam ļoti patīk vilniņa naturāls, ja es domāju, ka noteikti iecienīšu šos apaviņus, un, jo viņi ir arī mīksti, forši. Vienīgais, jā, viņi ir bez membrānas, tā kā, ja pavisam paslapjo laiku, tad mirks sauri, tad labāk apstrādāt ar kaut kādu aerozolu. Paši pa sevi arī ir mīksti, forši, mazuļiem, un arī ar naturālo vilniņu iekšā. Ещё вот таких тоже ботиночек у нас раньше не было. Первый сезон мы их заказали, возможно, у механик уже были раньше, не скажу точно, да, но у нас они появились в новом сезоне. Здесь внутри это зимние ботиночки, здесь внутри натуральная шерсть. Мягенькие, удобные для малышей. Конечно, нет мембраны, да, то есть они могут промокать зимой, но если дополнительно их обработать аэрозолем, то, в принципе, будет нормально. Тоже уплотнен носик, пяточка, все как обычно у биомеханик. Да, тада, серкурпитас. Ну, парае, протамс. Ādas kurpītes, kas nāk no sezonas uz sezonu, viņas tikai mainās krāsas, ļoti ērtas kurpītes mazulīšiem rudene. Nu, i, konečnā, astelnī batinečki, katru idūt iz sezonu v sezonu, očiņu udobnē kožinē batinečki ļā mališei, miņājot tolika cviet, nemnožka dizain, a, v principi, sama modelka astajotsi neizmienai. Ir arī zābaciņi mums, garāki, meitenēm, pie svārkiem, skolā, noteikti forši labi izskatīsies. Есть также осенние сапожки для девочек под школу, под юбочку на выход. Думаю, что будут смотреться красиво. Сверху тоже натуральная кожа, внутри кожа. Отличные мягкие сапожки от биомеханик. Un, protams, arī ir klasiskas kurpītes meitenēm skolā. Есть также классические туфельки для девочек в школу. Вот так вот выглядит эта моделька. Back to school она у них называется. Классическая из года в год идет. Un, protams, ir arī puišiem modelītis, jā, tādas arī kurpes uz skolu vai pie
svētkos kaut kur aiziet, ciemos, jā, tādas klasiskas kurpes puišiem. I, конечно же, klasiskie tufli для мальчиков тоже в школу на выход, вот такие вот от Biomechanic. Kas vēl ir tāds interesants, nu tādas kurpītes arī drusku augstākas rudenim un lielākiem pušiem, šie iet jau izmēros no 27 un uz augšu līdz 33, man liekas. I вот такие вот тоже еще ботиночки для мальчиков, которые чуть повыше на осень идут уже в размерный ряд постарше, то есть от 27 и, по-моему, до 33, если не ошибаюсь, идут такие ботинки. Un līdzīgas arī ir kurpītes meitenē. Zilā krāsā, jā, nekādas citas, diemžēl, nebija, bordo rozā, kam patīk, bet ir tādi kasakas. Smukulīši un sirsniņas, lai arī meitenītēm ir kaut kas tāds jautrs un foršs. I takī, vat, batinečki pavuši, ļai dievačiek pastārši, siņevat svieta, tjomni, v principi, ļa osiņi, ja šitāju, što harašu, v rozovam, bordovam, k sažalīņu, nebila, nu, zato dabavili sirdīški, straziki, štoba dievačkam bila pavisilī. Nu, tad par Biomechanics pagaidām ir viss. Gaidiet nākošos video un kaut kādus jaunumus no mums. Nu, tagdā par Biomechanic уже все. Дальше ждите от нас новые видеообзоры и новинки будем вещать. Uz redzēšanos!